Московский завод автоматических линий имени 50-летия СССР. Коллектив этого передового предприятия досрочно к 7 ноября завершил задание 3 лет пятилетки по росту объема производства и производительности труда. Благодаря чему это достигнуто? На заводе внедрена стройная система организации социалистического соревнования, поиска резервов, морального и материального стимулирования. Основой эффективной работы коллектива стало открытое обсуждение успехов и недостатков, заинтересованность в том, чтобы общее дело шло лучше и лучше. И эти ребята из заводского ПТУ ощутят здесь дух высокой сознательности, крепкой дружбы, творческой взаимопомощи. Говорит бригадир слесарей-сборщиков Василий Иваньков. В канун праздника Великого Октября наш коллектив завода был награжден приходящим красным знаменем Министерства строения. Но это уже 52-й раз награждается коллектив нашего завода. В чем успех? Я считаю, что это успех всего коллектива в том, что слаженность всего коллектива завода, патриотизм каждого рабочего и трудовая дисциплина.